А в библиотеке «Юношеств» обсуждали книгу профессора Федора Турченко о Новороссии. Подробнее об этом смотрите в нашем следующем материале. Идея Новороссии уходит корнями глубоко в историю. Так Екатерина II назвала земли бывшей казацкой вольницы. На протяжении многих лет этот проект интересовал разве что историков. Однако, когда российские идеологи взялись навязывать нам старую идею под новым соусом, интерес к этой теме необычайно возрос, говорит автор. И массового читателя необходимо обеспечить объективной информацией о предмете, что и попытался сделать профессор Турченко в своей книге. Главный вопрос – о какой Новороссии может идти речь, если нет такого народа – новороссы? Тут были, кроме украинцев, и болгары, и греки, и татары, и все другие. Але и россияне, звичайно. Але домінантним етносом, який освоїв цю землю, який приніс сюди культуру, землеробську культуру, який тут построїв дороги, торгівлю, це українці. Спочатку це козаки були, потім масовий приплив із правого берега, з лівого берега, але звідти українці. Говорить в таком разрезе об исконно русских территориях также не имеет смысла, соглашаются участники обсуждения. Говорят, об исторические факты разбиваются любые пропагандистские теории. Кстати, часть тиража книги отправлена в зону АТО. Для бойцов она стала хорошим подспорьем в дискуссиях с тамошним населением, обработанным российской пропагандой. Запорожцы могут ознакомиться с книгой на эстфаке ЗНУ и в библиотеках города.